Всем доброго дня, ребят. Вы на канале «Наша тема». Сегодня мы будем готовить такой небольшой ужин. Это будет скумбрия запеченная. Что мы будем использовать? Перец вот такой. Ну, я аресторию использую, молотый. Получается лимон, горчица, сметана, соевый соус, апельсин. Ну, и обычная соль. Взял я небольшие вот такие две скумбрии. Вот. Ну, у кого семья большая, тот может, в принципе, использовать, конечно, большие. Вот. Недавно нам подарили такой набор специй. Это крымские специи. И буду я использовать вот такие для морепродуктов. Там, в принципе, не так уж и много чего есть. Вот горчица, имбирь, корал, укроп, чеснок. Такой вот ассортимент. Ну, а мы смотрим дальше. Не переключайтесь. Сейчас будем разделывать. Ну, а мы вот так вот разделываем. Достаем. Все обрезаем, достаем внутренности, убираем вот эту черноту. Вот такую миску используем. Она более удобная, в ней мариновать все можно сразу. Вот таким я обчаком работаю, ребят, вам тоже советую. Разделывать мясо, рыбу очень отлично ведет он себя хорошо. Единственное, за ним следить надо, в плане его поработал им. Вытер насухо, положил. Ссылочку я оставлю в описании. Восточный очаг. Ребята отправляют и в другие регионы. Находится в Волгограде. У них постоянно большой выбор. Очаг. Также у них есть и дамасская сталь. В следующем ролике я покажу эту дамасскую сталь, а также и другие мотели там новые. Так что следите за моим каналом. Палец вверх. Вот отличный ножичек. Я им вообще, когда купил, я начал все резать. Тот же и хлебушек, и овощи. Он вообще режет прям по миллиметру. Вообще обалденный. Мне все устраивает. Понимаю тех людей, которые говорят, чак, вот он жареет. Ну ты ухаживай за ножом. И не будет он жареть. Перешли мы уже к лимону. Вот одно удовольствие резать ножом таким. Пчак все-таки есть пчак. Единственное, не обрезаться. Так, ну что, ребят, готовим мы, получается, соус под эту рыбку. Соевый соус. Немного. У меня как раз закончил. Мне этого достаточно будет. Сметана. Ну то какую использовать? Я жирную не использую. Получается. Добавлю сметанки, потом горчички. Сильно острую я не буду делать. Ну что, ребят, вот такой вот должен быть получился соус. Ну, примерно там, плюс-минус. Кого-то пожиже, кого-то побольше, но консистенция вот такая. Дальше берем, что у нас получается, в чем запекать будете. Берем вот такие вот апельсинчики. Все это выкладываем. Вот так вот.
Апельсин даст свой вкус. Кладем вот так вот скумбрию. Я ее специально раскрыл. Маленькие можно и не раскрывать. Солим. Вот так по вкусу. Не сильно. Я не люблю, например, сильно соленое. Перчик. Но это уже тоже по вкусу получается. У меня, например, дочка, она маленькая, ей сильно много нельзя такое. Я как-то не сильно буду это делать. Ну и вот для морепродуктов берем. Беру вот так вот. И посыпаем. Дальше у нас идет лимоны. Лимоны нужно вообще промеж ложить. Дальше идет наш соус. Соус делаем вот так вот. Вливаем. У меня, в принципе, хватит. Вот этого хватило. На все. Если у кого-то большая, конечно, рыба будет в кумбре. Они есть и большие. Посуда восточная, кстати, в восточном очаге тоже есть. Так что имейте в виду, можно будет показать. В Инстаграм зайдите, посмотрите, там есть видосы. Очень много. Лимончик отдаст свой вкус. Так, ну что, вот так это выглядит. Ставим мы в духовку при 180 градусах на 30-40 минут. Ну что, ребят, вот мы вытащили нашу рыбку. На гарнир я сделал картошечку, посыпал зеленушкой. Ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока-пока.